Ну ладно, сейчас. Класс. Вы правда не такие, как мы? То есть кино, эти айподы и умение пользоваться страницами на MySpace делают вас другими? Не замечал. Во всех газетах пишут об этом. Торкает. Отличный кокс. Что? Ничего, ты смешной. Вы убогие. Ваша проблема, что вы все равнодушны. Потому что ваши предки слишком идеально вас воспитывали. Все эти «Бэби Моцарт», песни Дэна Зейна. Вы такие искренние и интересуетесь всем. В вас есть уверенность, которая ужасает. У вас синдром недостатка внимания. Агорафобия вам не грозит, вы все убогие. Вы разговариваете со всеми, кто старше и умнее, с такой легкостью, что мурашки по коже. Лучше сдохнуть, чем встретить вас на собеседовании.